Богдан родился в 2006 году. На момент съемки ему 14 лет. Ну, я такой более-менее спокойный. Иногда, конечно, бываю такой веселый. Там, если меня, меня кто-то, так сказать, растормошит, там, не знаю, развеселит, тогда да, могу там немножко повеселиться. Он грамотный, рассудительный мальчик, который знает, чего хочет, и очень интересно об этом рассказывает. Я вообще увлекаюсь сейчас программированием и рисованием. Хочу еще начать анимировать. И когда я вырасту, я хочу создать свою первую программу. И, скорее всего, это будет компьютерная игра на движке Unity, скорее всего. Вот. Ну, еще я хочу мультфильмы создавать, анимации. Вот. Мне просто очень нравится рисовать там. Я много рисую. Еще я люблю очень много играть в игры. Вот. Поэтому я и хочу их создавать. Хотел бы еще очень сильно английский подучить, потому что я очень сильно хочу в Америку. Плюс еще для программирования нужен очень сильно английский, потому что там, ну, большинство самых популярных движков, да и вообще всяких платформ и всякого остального для создания программ нужно знать английский язык. Английский — это как один из, ну, вроде бы как основной язык для всего мира, там, ну, в информационной части, там, на нем пишут очень много статей интересных, очень много информации. Богдан поделился с нами своими представлениями о ролях в семье. Ну, да, у взрослых это обеспечать семью, обеспечить детей и заботиться о них. И, ну, в основном как-то так. Ну, и всякое там, то, что связано там, на работу ходить, вот это все остальное. А дети, в свою очередь, должны учиться, помогать родителям. Вот, ну, и думать о своей будущей профессии там и все остальное. Если бы он встретил волшебника, то попросил бы у него... Ну, наверное, побольше друзей. Мы надеемся, что этот интеллигентный и добрый мальчик встретит взрослых людей, которые подарят ему свое внимание и заботу. И все его мечты непременно реализуются.